Югра готовится к единому дню голосования. Напомню, он состоится 9 сентября. Жители округа будут выбирать глав и депутатов, а также губернатора Тюменской области. В Сургуте все 123 избирательных участка будут оборудованы видеонаблюдением. Так что каждый желающий сможет наблюдать за ходом голосования в режиме онлайн. В местах голосования установят более 30 коибов. Это аппараты комплексной обработки избирательных бюллетеней. Сами бюллетени будут оснащены специальными QR-кодами. С их помощью машина будет считывать информацию, что позволит ускорить процесс подсчета голосов. Данные с избирательных участков в электронном виде передадут в территориальную комиссию. Опускается сканирующее устройство, и сканирующее устройство сразу определяет, ну, за кого произведен голос, и внутри себя данные эти в течение дня голосования суммируют. И когда участок закрылся, КАИП уже сразу готов выдать результат. То есть нет необходимости пересчитывать каждый бюллетень. Это все уже посчитано. КАИПы отработали безупречно, просчитав все количество избирательных бюллетеней. И ни сбоя, ни единого сбоя не было. И, соответственно, пересчитали вручную. То же самое, расхождение избирательных бюллетеней не было.